Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, затем ко рву всем встать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не грозя, смотрели, словно в душу, глядя трехлетние девочки глаза. «Чулочки тоже». Но смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой, как будто вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат! Что, если б дочка твоя вот так же здесь легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо к заре, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять, и не забудется поныне, «Чулочки, дядя, тоже снять?»